Сегодня мы с Димой не одни. На катамаранчике тоже он купается, инвалид. Сейчас выйдут, и мы пойдем. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о наших новых видео. Вам не сложно, а нам это поможет в развитии канала. Спасибо огромное. Дима теперь здесь сидит, в своем аквариуме. Я пойду загорать. Кукурузку ем. Решила поделиться. Продают по 100 рублей. А мы купили по 25 сырую. И сами сварили.
добрый вечер. У нас вид такой, мы с пляжа, пляж на бал, едем в гости к Ане и к Вике, Ялта-жемчужина Крыма. Они любезно нас пригласили, мы смонтировали видео про Ялту, и чтобы у них с ноутбука выпустить видео, потому что у нас только в телефоне мобильный. Вот тут гостинцы небольшие, что мы их купили. Вот. Ну, как-то так. Тут магазинчики. Мороженца купили. Ну, от нас ничего не смогли привезти, потому что вы видели видео, как мы добирались. Вот. Тяжело. Поэтому, ну, едем так. Мы у Анечки уже монтируем. И Анечки, Вики, да. Привет. Дима устал немножечко, прилег полежать, пока видео там монтируется. Сразу три видео замонтировали. Будет по очереди выходить. Так что будет что смотреть. По таймеру. Поставили на таймер. Сядешь, посидишь? Устал? Плохо, что у вас там интернета нету. Ну да, там на квартире нет. Ну ничего, мы еще наснимаем. Еще. Потом смонтируем. Еще есть что снимать. Еще встретимся на набережной, еще вместе погуляем. Куда-нибудь зайдем. Кисик нет. Покажи, каким степень подъем поднимался. Да, здесь такой крутой подъем. Вот такие ступенечки. Ну ничего. Дима тяжело, конечно, наклонялся тут. У него рост. Ну ничего, зашел. Все нормально. Мы уже не первый раз. В том году тоже заходили. И жили здесь даже. На первом этаже. Ну, нулевой этаж. Да, нам предложили пожить, продлить отпуск бесплатно. Спасибо им огромное. Не будешь показывать там? Внизу, где мы жили? Там кухня. А. Да, квартиранты сейчас. Да, я тут через дверь. На кухне нет, никто никого. Ага. Ступенечки. Можно, да? Ой, не знаю. Вот тут мы внизу жили. Анечка, а тут свет есть, да? Можно включить? Я не знаю, где. А, где-то, наверное, наверху. Вот лампочка. Угу. Нет. Ну ничего, и так видим. Здесь кушать готовили. И там вот жили. Ну там сейчас у Ани, у Вики квартиранты. Поэтому там не получится снять. Может быть, в другой раз. Они же ненадолго у вас, да? Это до 15. Это у нас был вообще потолок. Высота 4 метра. Мы поделили, сделали 2 по 2. Теперь у нас тут 2 метра потолок. Высота и внизу 2 метра. Ну, получается, как двухэтажная. Низкий квартира. Потолок, но... Ну, а что? Достаточно. Это даже Димка не достает до потолка головой. Нормально. Зато две комнаты теперь. Видишь, как хорошо. А вам, в принципе, у нас тоже однокомнатная, нам вполне достаточно. Ну, у нас, конечно, побольше чуть-чуть, но все равно. Зачем? А там как раз квартирантам. Давай, вставай, хватит. Сядешь? Нет? Тесно, но... Тут так многие живут в Ялте. Ну да. В маленьких комнатах. Ну а мы живем в это в комнатке. Там тоже 10 квадратных метров, наверное. Да. Не пролезешь тоже. У вас квадратненькая, а у нас это самое. Ну, вы же были, заходили. Ага. У нас просто заходишь, тут это душевая, туалет, справа кухонька, еще там раковина. Столик маленький, холодильничек маленький. У вас еще тут хоромы по сравнению. Кухни нету почти.
Ну, Ташу, конечно, неудобно. Ну, летом-то нормально, зимой просто, чтобы выходить вам готовить. Там и не Да. готовы почти. Ну да, на пироженках сидите. Нет, нет. Как видео смотрим, так это... Какое пироженка сегодня? Я ее Это Инстаграм же уже... постоянно открываю, смотрю. Ты же видишь, я там вам и лайки ставлю, иногда комментарии пишу. Сама что-нибудь кидать. Я же не фотографируюсь сама. Не некогда, говорится. Что, ну вы ж фоткаетесь? Вот сейчас мы приехали, мы вообще абсолютно ни разу еще не фоткались. Вот это я что снимала, абсолютно. И ложусь я спать 11:30. Дома меня, я Диму бужу, тихонечко говорится. А здесь он 6 часов просыпается и меня будет. Что вставай, раз приехали отдыхать, нужно с утра не терять времени. А мне так хорошо спится. Люди говорят, на чужом месте не могут заснуть, а я сплю как это, и спала бы, наверное, до 10, а он сам поднимется и сидит, или, ой, или дай планшет, чтобы нужно потихонечку вставала, так что у него на отдыхе не спится, ему дома хорошо спится. Выспался уже за Да, зиму. да, зимой Належался. опять будет спать, ага. Мы, главное, с Баксиком тихонечко сидим, не заходим в комнату, не будем, а он не дает. Анечка тут подсказала, как тут можно и быстро, и по-другому монтировать. А то мы тут все Загружаю. загружать, да, по старинке. Так что спасибо. Будем теперь. Мы просто по несколько видео никогда не делали. Ну а теперь. И научила там, где на интер нажимать, а я тыкаю-тыкаю, отделять нужно. Ну, всему надо учиться. Там мне Дима что покажет. Ну что? Что, поедете куда-нибудь на экскурсии какие-нибудь? Нет, наверное, никуда мы не поедем. Будем и... Петровский не повезет ли к нам? Нет, мы ему позвонили. Сказали, что мы здесь, если будет время у него, ну, встретиться, ну, как получится. Вот. Не знаю. Будем А на ходить такси? за... М? На такси. Да что-то в это... Пока мы не планируем. Мы в Воронцовском дворце были, в Ливадийском были, на Массандровском дворце были, поэтому куда-то еще далеко я даже не знаю, что... Ну Посмотрим там еще. тут Только неудобно. третий день в Ялте, так что посмотрим. Может, куда-то Тут и надумаем. неудобные все эти экскурсии Да, по что где-то горам. второй этаж, да, где именно ходить надо. Поэтому, ну, мы блогеров смотрим, и мы думали ботанический, это ботанический, да, или как он называется. Но там тоже везде ступеньки. В зоопарке тоже вы же были там, тоже нужно, чтобы кто-то приподнимал, это постоянно кого-то просить. Ботаническом есть там для колясок маршрут. Только если ты с него собьешься, там ступеньки потом. Так, покататься. Только по жаре там ужасно. Вот это ж Если оно и по есть, вечеру. да. Если на пляже хоть искупаешься и нормально. Когда пасмурная погода, тогда нормально еще. Посмотрим. Мы еще Погулять. до конца месяца еще, может быть, испортится погода, может, поедем. Посмотрим. Там дорога не асфальт. Там то камушки, то земля таскать. Тоже тяжело. По тропинкам там. Вот уж. Коляска уже старенькая, чтобы коляска не развалилась, а то домой не доедем. Учитывая, как это раз ехали с пересадками, то дай бог милует. Нам тут подарочки приготовили. Виктория где-то нашла с коляски вот такой мягкий подголовник, чтобы Диме. Ну, я посмотрела. Это, наверное, вряд ли получится что-то приделать. Это лишний вес, если гулять тяжело, конечно, будет. А дома нет. И еще пояс вот такой. Ну, пояс это классная вещь. Как раз фиксировать, когда мы с бугра спускаемся, чтобы Дима не улетел. Это, конечно, очень хорошо. А это мягко, хорошо, конечно, подголовник, но... Не подходит там.
Да, под эту коляску у нас облегченная, да. Ну, это бы дома, но... Ну, от дома он... Надо приваривать там что-то. Чтобы приварить, она будет, да, лишний вес на коляске. А так, конечно, было. У нас мы в территориальном центре нам давали временно попользоваться. Была такая, тоже мягкая, и на поролоне. Это там такой вставлялся прям два этих и вставлялся эти, в коляску подголовник. Но она тяжелая, это только в квартире гулять, ну, сидеть. А так у нас одна всего, нет у нас домашней и прогулочной. Так что... Если бы крепеж подходил, да. Снимать, одевать. Да, если бы можно было снять и одеть, но... Чтобы снять и одеть, надо что-то будет приварить, куда это все одеть. Ну, а ремешочек возьмем. Спасибо огромное. Ты тихо, давайте. Ну все, ты уже на улице темнеет, надо идти домой, чтобы по-видному вернуться. Все, давайте, спокойной ночи, до свидания. Спасибо огромное вам за все. Все, пока.